Вадим Бубняк, голова профспілки залізничників і транспортних будівельників України, долучається до нас. Пане Вадиме, доброго вам дня. Доброго. Тож, роз'ясніть, будь ласка, більш докладно, що відбувається наразі з непорозумінням співробітників «Укрзалізниці», бо з того, що ми чуємо з офіційних джерел, в нас в «Укрзалізниці» все нормально. Більш того, ми бачимо, що покращення йдуть, там якісь бокси запроваджують, аби годувати людей. Ну, тобто, зверху начебто все красиво. Що там всередині? Понимаете, то, что делает «Укрзалізниця», это правильно, но в отношении людей, с той ситуацией, в которой сегодня оказались люди, мы совершенно не согласны. Прежде всего, это, конечно, уровень заработной платы. Но если взять 2020 год, когда в отраслях промышленности средняя зарплата выросла на 10% в среднем, а у железнодорожников она, наоборот, упала на 5%. И она продолжает падать. Вот за февраль месяц мы получили данные статистики. В сравнении с прошлым периодом, периодом прошлого года, средняя заработная плата снизилась еще на 10%. Это недопустимо. Кроме того, в одностороннем порядке руководством «Укрзалізниці» было принято решение об отмене целого ряда льгот и гарантий, которые предусмотрены коллективными договорами и отраслевым соглашением. Мы считаем незаконное введение четырехдневной рабочей недели. И много других вопросов. Мы неоднократно по этим вопросам вели переговоры в 2020 году с четырьмя руководителями правления. Вы знаете, там за короткий период поменялось 4 руководителя. В этом году мы уже вели с Жмаком Владимиром Николаевичем, который вот был отстранен от должности 17 числа. Мы ни к чему не договорились. Мы также направляли информацию и просили помощь у президента Украины, в кабинете министров, в наблюдательном совете. И только тимчасовая следственная комиссия услышала нас. Я вчера участвовал на заседании этой комиссии, я проинформировал председателя и членов комиссии о той ситуации, которая сложилась на железной дороге в отношении ее работников. Я очень благодарю Юлию Николаевну, членов комиссии, что они услышали нас, и они готовы нам помочь. А делать нам есть что. Очень много сегодня вопросов, кроме того, что я назвал, внутренних, которые необходимо срочным образом решать. Их очень много. Поэтому я надеюсь, что те переговоры, которые я сегодня провел уже с исполняющим обязанности председателя правления Иваном Юриком, они увенчаются каким-то результатом. Я надеюсь, что будет результат, который удовлетворит две стороны. В понедельник мы уже будем знать конкретную реакцию и отношение «Укрзалізниці» к тем проблемам, то есть мы увидим, как они будут решаться в понедельник, и мы будем тогда советоваться, как нам действовать дальше. Пане Вадиме, ви дуже таку важливу річ сказали про те, що, незважаючи на те, що підвищуються зарплати середньо по Україні, а на «Укрзалізниці» вони зменшуються. І в мене тоді таке цікаве питання виникає. А як пояснює керівництво «Укрзалізниці» те, що свої зарплати, які для декого в Україні вважаються захмарними, вони пояснюють успішністю реформ, які проводяться на «Укрзалізниці», і в той же час занижуючи зарплати співробітників рядових і зменшуючи кількість годин для роботи. Як вони це пояснюють? Можете нам донести? Ну, вони це ніяк не пояснюють, крім одного, що дуже тяжела фінансова ситуація, і железнодорожники, а це десь 30 тисяч чоловік, ще повинні працювати в неповній робочій неділі, с чем, я сказал, мы категорически не согласны. Они за счет железнодорожников, за счет экономии тех средств, которые нужно направлять на выполнение обязательств колдоговора, и другие, они экономят за счет людей. И я не раз задавал вопрос, почему в финансовом плане на 2021 год запланирована чистая прибыль, вдумайтесь, на уровне 3,6 миллиарда гривен. Да ее вообще не должно быть, этой чистой прибыли.
Потому что вы знаете, в каком состоянии сегодня находятся локомотивы, вагоны. Нужно все направлять на капинвестиции. И в первую очередь нужно направлять на заработную плату тех работников, которые работают на железной дороге. Без людей это будет груда ржавого металла. Пане Вадиме, бачите, тим не менше чуємо офіційні дані від Кабінету міністрів про те, що буде підвищення на вартість послуг Укрзалізниці. І вже з цього місяця, з кінця цього місяця на 2%, а таким чином до кінця цього року 22% зростуть, власне, вартість зросте на квитки, так, у всіх напрямках. То, власне, це, можливо, одна зі спроб Кабінету міністрів таки вирівняти зарплатні залізничників, чи, можливо, це, не знаю, виписати премії топ-менеджерам. А куди підуть ці гроші, за вашими, ну, баченням, скажімо так, прогнозами? Ну, как я понял, вопрос идет о повышении тарифов на пассажирские перевозки. Так. Те, которые ежемесячно по 2%. Но такое решение должно пройти через согласование совместного представительского органа на национальном уровне. Пока что я знаю, что два дня назад заседала комиссия, которая рассматривала этот вопрос и приняла положительное решение. Но, как я сказал, будет еще заседание СПО. Что касается повышения тарифов, ну, на сегодняшний день, чтобы наполнить, ну, скажем, бюджет Укрзалізниці, есть два источника. Это грузовые перевозки, это основное. Пассажирские всегда убыточные, ну и пособно-вспомогательная деятельность. Поэтому в связи с тем, что сегодня государство не оказывает никакой помощи, как это предусмотрено статьей 10 закона Украины о железнодорожном транспорте, то это единственные доходы, которые могут получать сегодня железнодорожники и решать те проблемы, о которых я сказал. Да, надо сказать честно, что в бюджете на 2021 год в государственном бюджете предусмотрено 4 миллиарда или 3,5 в соответствии со статьей 10 на приобретение пассажирских вагонов и там электрификацию некоторых участков. Но до сегодняшнего дня не решен вопрос механизма финансирования или использования этих средств. Уже заканчивается март месяц, а ни копейки не пошло на то, чтобы выполнить эту программу. Ну, ви сказали про жахливий стан локомотивів. Насправді, якщо подивитися те, що відбувається, звісно, я кожного дня через переїзд їжджу, я бачу, в якому стані ці локомотиви. Давайте вже, ну, для об'єктивності всі їздять, всі знають. А от покращити, це ж нам вищать, покращити якість послуг, я вже не кажу про локомотиви, можливо, за такого ставлення до Укрзалізниці. Бо я пам'ятаю, ще не так давно ходила розмова про те, що а давайте ми приватизуємо Укрзалізницю і зробимо з неї прибуткове підприємство. Наскільки це є вихід, наскільки це європейський практика, хоча це ж є начебто держ, як це називається, стратегічне підприємство, так? Да. Да, это стратегическая отрасль. Что касается реформы, то у нас тоже здесь очень много вопросов к руководству Укрзалізниці и к тем, кто ушел, и тем, кто остался, к тем, кто придет. Наша задача, что реформа прежде всего должна делаться для людей, а не ради реформ. И железнодорожник, который поймет, что реформа делается для того, чтобы у него было хорошее, безопасное рабочее место, чтобы у него была достойная заработная плата, чтобы он имел хороший коллективный договор, в котором сохранить все льготы, которые на сегодняшний день действуют. Вот это называется реформа. А чтобы реформу делать ради того, чтобы сокращать сотни тысяч людей, мы категорически против. Поэтому мы свое мнение всегда имели, имеем и говорим руководству нашу позицию в отношении реформирования железнодорожного транспорта. Оно должно быть для людей. Почули вас, пане Вадиме, будемо чекати в понеділок результативність ваших перемовин. Сподіваємось із вами поспілкуватися в понеділок, щоб ці результати обговорити в прямому ефірі, щоб люди почули. Вадим Бубняк, голова профспілки залізничників і транспортних будівельників України, завершують цю етерну годину. Ми